Приветствую вас, мои дорогие раки. Этот ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие раки, Королева мечей. Королева мечей показывает то, что в начале месяца, уже октября, вы должны относиться хладнокровно к какой-то ситуации. Хладнокровно, где вы находитесь, в той месте, где вы работаете. Даже вот здесь нужно как будто у вас пришло время для того, чтобы вы понимали, что стоит быть с этим человеком, стоит быть на той работе, или если стоит там находиться рядом с кем-то. Следующая карта, мои дорогие, для вас, эта карта у нас семерка пентаклей. Семерка пентаклей показывает взращивание новых идей. Хотя уже у вас на начало месяца уже идет то, что вы взращиваете новые идеи, которые уже приводят вас к успеху. И здесь показывает то, что уже почему у вас начинается вот то, что новые идеи, новые там цели. Потому что у вас пришло осознание, что вы должны там находиться. Четко вы высказывайте ваше мнение, то, что вам нужно сделать. Вот кто вот рядом, как бы, чтобы люди понимали, что вы не терпите какое-то состояние для того, что у вас. Следующая карта, мои дорогие раки, это карта рыцарь жезла. Рыцарь жезла и показывает. Все-таки есть какая-то ситуация, где вы горите изнутри, где вам все-таки дается вот это состояние, то, что вам плохо. Может быть, здесь еще идет такое, то, что вы хотите убрать какое-то состояние или уходить от какой-то работы, где вам плохо, где вы как бы не чувствуете себя хорошо. Но здесь самое главное, что вы боретесь, вы здесь не останавливаетесь. Вы четко вот как бы знаете то, что вам нужно. Следующая карта, мои дорогие раки, на середине месяца, это семерка кубка. А семерка кубка показывает. У вас пришло осознание для того, то, что это фантазии, то, что вот эти мечты, которые вы жили до этого, вы начали ставить цели, что пора это убирать, потому что это вас не приводит ни к чему. Только вот то, что вы как бы страдаете, то, что вас это как бы мучает, именно внутреннее состояние. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, это карта Паж Пентакли. Паж Пентакли показывает, у вас есть что-то в руке. У вас есть какие-то финансы, какое-то благо, для кого-то это какая-то машина, там, квартира, денежку, но вы стоите на месте. Вы больше, знаете, вот вы вот взращиваете вот эти идеи, вот вы хотите это делать, но вы стоите на месте, вы не делаете никакой шаг, потому что вы здесь как будто хотите убрать, но то, что вот это ваше состояние, то, что вам плохо, вы бы как бы здесь бы хотели, чтобы вас кто-то жалел. Вот такое ощущение, то, что ну да, мне плохо, но как бы мне как бы хорошо бы было кто-то, чтобы помог. Следующая карта, вот мои дорогие, двойка жезлов. Двойка жезлов показывает. Вы привязаны к чему-то. Здесь для кого-то может быть привязка вот именно сексуально, потому что здесь может именно для мужчин, для парней, вот, который состоится в каких-то отношениях, у вас, вы знаете, как будто не хотите отпускать. Вы все-таки держитесь за то место, которое вы находитесь на данный момент. Где вы сейчас, как бы, это не касается и отношений, это касается и работы. Вы как будто все-таки привязаны. Вы как будто даже то, что вы горите, вот, вы хотите еще там быть. Следующая карта, мои дорогие раки, для вас на октябрь месяц. Это в конце. Посмотрим, что вам. Десятка мечей. И вот десятка мечей. Почему я говорю? Вот уже на начало месяца королева мечей вот показывает то, что вы как бы должны относиться хладнокровно, то, что вы убираете чего-то, вот эти фантазии, то, что вот вообще не действительно то, что вы живете на середине месяца, вот эта привязка. Для того, чтобы вас не привели в конце месяца вот эта десятка мечей, вот то полное разочарование, страдание, вот то, что вы как бы ничего не хотите,
то уже начинайте действие. Вот уже начинайте, чтобы это состояние у вас в конце октября не было. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца – король мечей. Вот король мечей показывает. Хладнокровно, даже королева мечей, король мечей, хладнокровно относите. Это не важно. Даже то, что может быть какие-то ваши семейные дела, даже то, что рабочие люди. Я могу четко сказать здесь, относитесь к людям то, как они заслуживают. То, что заслужили, так то состояние и показывайте. Потому что, чтобы у вас не было вот это, то, что вам плохо, вот нужно быть с людьми так, как они поступают. Следующая карта, мы, мои дорогие, возьмем карту совета для вас. Посмотрим, что высшие силы вам подсказывают. Влюбленные. Любите себя. Начинайте вот ценить себя. Начинайте делать какие-то шаги, которые вас приведут вот к этому состоянию, вот то, что вам здесь хорошо. Чтобы у вас не было вот эти ножи в спину, начинайте делать правильные шаги, начинайте делать правильный вот это выбор вот с людьми, которые вот должны возле вас быть. Конечно, мои дорогие раки, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канал.